Уважаемые зрители, просьба присаживаться поудобнее, и приятного вам просмотра. Российская артистка, бывший резидент юмористического шоу Comedy Woman Наталья Медведева решила поделиться с поклонниками страшной вестью. Ее прекрасное лицо покрыто прыщами, которые все никак не проходят с весны. Знаменитость призналась, что сейчас наступила фаза обострения, речь идет о периоральном дерматитете, поражающем кожу лица. Как оказалось, болезнь у звезды хроническая. Правда, сама Медведева сталкивается с таким впервые. Даже помощь профессиональных дерматологов не дает результата, улучшений нет. Наталья признается, из-за воспаления кожи лица она постоянно редактирует фотографии, которые выкладывает в свой Инстаграм. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, и всего вам доброго.